Все те работы, которые были поручены, практически выполнены. Сделан забор, разделяющий пансионат на две части. В одной части будет размещаться госпиталь, во второй будем продолжать функционировать как туристический объект. Въезды со стороны Минобороны, два въезда для машин скорой помощи, они уже осуществлены. Вода есть, электроэнергия, номера для больных готовы на 100 койко-мест. Контактировать с отдыхающим практически исключено. Это отдельная территория, нет и заезды, разные территории перегорожены полностью.